Дорогие друзья, начинаем 46-й выпуск программы «Дом культуры». Двадцать 22 июня 1898 года в немецком городе Оснабрюк родился выдающийся немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, представитель так называемого «потерянного поколения», автор популярнейших романов, которые стали основой для успешных экранизаций. Для меня и моих сверстников, представителей послевоенного поколения в Советском Союзе, было два безусловных кумира в мировой литературе – Ремарк и Хемингуэй. Портрет одного из них обязательно стоял на книжных полках в интеллигентских квартирах. Они были властителями дум, образцом для подражания. Первыми книгами, которые я прочел Ремарка, были «Три товарища» и «Жизнь взаймы». Обе книги захватили меня, заставили пережить с их героями жизнь. Мало того, с моей восторженной подачи их прочитали большинство моих одноклассников. Позже я познакомился и с другими произведениями Ремарка. Но теперь о нем подробнее. Эрих Пауль Ремарк, как звали его при рождении, был сыном книжного переплетчика Петера Франца Ремарка. Его мать, Анна Мария, была образованной женщиной, влюбленной в искусство. Она придавала большое значение воспитанию детей, приучая их к литературе, музыке, обучая игре на фортепиано. У Эриха было две младшие сестры и старший брат, который умер в 5-летнем возрасте. Так что его детство и юность прошли в атмосфере литературы, музыки, театра, живописи. Так и рождаются люди искусства. Благодаря матери он узнал и полюбил Гёте, Достоевского, Томаса Мана, Марселя Пруста, Стефана Цвейга. Он закончил католическую школу и поступил в королевскую семинарию, чтобы стать учителем. Это было в 1915 году, на следующий год после начала Первой мировой войны. Ему тогда было 17 лет. У него уже проявлялись способности к литературе. Он пробовал писать прозу. А на следующий год его самого призвали в армию и отправили на Западный фронт. Для Эриха начались испытания. 31 июля 1917 года он был ранен в ногу, руку и шею осколками гранаты. Несколько месяцев провалялся в госпитале. А в сентябре этого же года от рака скончалась его любимая мать Анна Мария. Это настолько потрясло Эриха, что он сменил второе свое имя Пауль на материнское Мария. И теперь звался Эрих Мария Ремарк. С 19 года он стал работать школьным учителем. Но вскоре понял, что эта работа не для него. Она ему была совсем неинтересна. Оставив школу, он пробовал заниматься другими делами. Давал уроки музыки, служил воскресным органистом в костеле. Потом работал редактором в журнале «Эхо Континенталь». В 1920 году был напечатан первый роман Ремарка «Приют грез». Я пробовал его читать, но бросил в связи с явной слабостью литературы. Второй роман «Гем» был написан Ремарком в 1924, а издан только в 1998, после смерти писателя, потому что при жизни Ремарк запретил его печатать. Я пролистал этот роман по диагонали. Назван он «Гем» в честь главной героини, эмансипированной женщины, которая путешествует по миру в поисках сексуальных партнеров. Если бы я был подростком, я нашел бы для себя в нем много интересного. Однако теперь я понимал, почему Ремарк так стеснялся своего произведения. Третий роман Ремарка печатался в 1927-1928 годах в номерах популярного спортивного еженедельника, где Ремарк работал тогда редактором. Роман назывался «Станция на горизонте». Был посвящен автомобильному спорту, и главный герой его – автогонщик, как и герой более позднего романа «Жизнь взаймы» Клерфе. А этого зовут Кай. Кай – бесстрашный парень, этакий супермен, в которого влюбляются все хорошенькие девушки. А он не может остановиться ни на одной из них. Его влекут гонки, риск, победы. Но вскоре и победы перестают его интересовать. Чтобы избавиться от хандры, он меняет подруг, друзей. У него нет цели в жизни, и этим он напоминает лермонтовского Печорина. Писатель хотел превратить роман о спортсмене в интеллектуальный роман, модный в то время. Но мне кажется, что эта попытка была не слишком удачной. Хотя многим читателям очень нравится роман. Тем, кто не слишком взыскателен к литературе. Зато четвертый роман Ремарка «На Западном фронте без перемен», вышедший в 1929-м, произвел настоящую сенсацию. За год было продано более 1,5 миллиона экземпляров. Он был переведен на 36 языков мира. А через год в Голливуде по нему поставили фильм с тем же названием «На Западном фронте без перемен», удостоенный 2 Оскаров. Вложить всю силу до остатка, чтобы одержать победу до конца этого года.
Decorum est pro patria mori. Отрадно и почетно умереть за отечество. Я с вами. Вот молодец. Так держать. Мы пойдем все вместе. Запивай. Когда-нибудь я сделаю одному из вас вскрытие и узнаю, что заставляет вас бросать школу и идти в армию. Вольно! Грязно и больно умирать за родину. Но если тебя послали умирать за свою страну, все-таки лучше не умирать. Трус! Трус! Почему же Ремарк, повидавший войну, переживший смерть товарищей, серьезное ранение, так долго игнорировал тему войны в своих произведениях? Да потому же самому, почему мои студенты режиссерского курса, будущие кинематографисты, игнорировали свою собственную жизнь, события ее, пережитые ими лично, в своих сценариях. То, что они знали хорошо, пережитый страх, тему первой любви, разлад в семье, другие драматические и смешные события, которые были у каждого за плечами. Без этого не бывает. Но это казалось им неинтересным, незаслуживающим вниманием. И они вычеркивали это из своей памяти. В то же время увиденные ими фильмы на экранах кино, своих смартфонов, из жанра фэнтези, сказки, ужастика, вот они поражали их воображение. Они хотели им подражать. Почему? Да потому что были незрелыми людьми, не познавшими самих себя. А вот с Ремарком это произошло. И в 31 год он понял, что самым ярким, самым страшным и важным в его жизни были те 2 года войны, какие он провел в окопах на Западном фронте. Что эти страшные события всегда с ним. Он никогда не сможет от них избавиться. Что долг писателя – это не понравиться читателю, а открыть ему глаза на то, что война – это не победное шествие, полное героических подвигов. Это страшное испытание, ежедневное, ежечасное, ежесекундное. В окопах, с овшами, с крысами, с оторванными конечностями, что это самое страшное испытание для человечества, на которое его толкнули воинственные реваншисты, которые являются подстрекателями в большинстве и наблюдателями со стороны, что человеческая жизнь – это самая большая ценность мира. Это он утверждал и понял вслед за Львом Толстым, потому что каждая человеческая жизнь – это космос, и она гораздо важнее славы государства, как бы ни убеждали нас в обратном воинственные негодяи из правящей верхушки. Роман «На Западном фронте без перемен» был выдвинут на соискание Нобелевской премии по литературе 1931 года. Однако Нобелевский комитет отверг это предложение в связи с тем, что Союз германских офицеров выступил против этой номинации, поскольку утверждал, что роман оскорбляет немецкую армию. Очень многие в Германии приняли в штыки и фильм, и роман. Самое удивительное, что и литературные кумиры юного Ремарка, писатели Томас Манн и Стефан Цвейг, поддавшись общему настроению, тоже отрицательно восприняли книгу. А сам Ремарк в конце этого года выпустил новый роман «Возвращение», тоже откровенно антивоенный. 2 романа и фильм обратили на себя пристальное внимание Адольфа Гитлера, который тогда еще не был главой Третьего Рейха, но был уже авторитетным лидером национал-социалистов. Он в своем выступлении сказал, что Ремарк является врагом немецкой нации. Это неудивительно, поскольку он французский еврей Крамер, который, скрываясь от еврейства, переделал свою фамилию, перевернув ее наоборот, и сделал из Крамера Ремарка. Это была откровенная ложь, но эту дезинформацию подхватили все немецкие антисемиты. Сам Ремарк позднее вспоминал, что он никогда не был ни евреем, ни левым, но всегда был воинствующим пацифистом. Должен сказать, что антисемиты во все времена действуют по той же самой схеме. Когда хотят кого-то опорочить, то начинают коверкать его фамилию на еврейский лад. Помню, как советские антисемиты в прессе утверждали, что настоящая фамилия Солженицына – Солженицер, а Ельцина – Ельцер. Они думали, что таким образом они полностью дискредитируют этих людей в глазах общества. Жалкие людишки. С ростом нацизма в Германии Ремарка стали называть предателем народа, продажным писакой. Его книги отказывались печатать. Но Ремарка это не волновало, поскольку его литература широко издавалась за рубежом, а фильм с успехом шел во многих странах. Он был от этого богатым человеком. Тогда немецкие власти решили обвинить его в незаконных финансовых операциях с иностранной валютой и наложили большой штраф.
Ремарк выплатил этот штраф и в 1932 году навсегда покинул Германию, обосновавшись в Швейцарии. А в 1933 году немецкие власти запретили произведения Ремарка и изъяли их из всех библиотек. Школьники и студенты сжигали книги Ремарка во дворах школ, институтов, университетов, скандируя речевку. «Нет писакам, предающим героев мировой войны! Да здравствует воспитание молодежи в духе подлинного историзма! Я предаю огню» — сочинение Эриха Марии Ремарка. Следующим произведением Ремарка стал роман «Три товарища», который тоже можно назвать антивоенным, хотя действие в нем происходит в конце 20-х. Три школьных товарища, чью дружбу скрепила война, поскольку все они воевали на фронте, пытаются наладить свою жизнь в тяжелых условиях послевоенной Германии. Благодаря своей дружбе они не унывают, открывают собственную автомастерскую, без устали работают в ней, надеясь на удачу. У одного из них, самого красивого парня по имени Роберт, возникает роман с очаровательной девушкой Патрицией, которую все зовут Пат. Молодые люди увлечены друг другом, строят радужные планы. Но в какой-то момент выясняется, что у Патриции тяжелое заболевание легких, которое прогрессирует. Параллельно с повествованием, через весь роман проходит воспоминания героев о прошедшей войне, которая оставила глубокие раны в их душах. Можно сказать, что война является доминантой всего романа. Во второй части этой истории надежда на будущее оборачивается для друзей чередой неудач. Сначала они теряют свою автомастерскую. Затем гибнет один из них от рук нацистского молодчика. И в конце романа умирает Пат на руках возлюбленного Роберта. И над всей этой невеселой историей гремит эхо прошедшей войны. Надо сказать, что во взаимоотношениях между персонажами романа Робертом и Пат отразилась личная жизнь Ремарка. В 1925 году он женился на танцовщице Юте Замбона. Юта в течение многих лет страдала от чахотки. Взаимоотношения у супругов были очень необычными. Юта очень страдала от того, что Ремарк пил сверх всякой меры, и его нужно было уговаривать начать писать. А Ремарк обвинял ее в том, что она инфантильна и не признает своих ошибок. Они вели свободный образ жизни, не соблюдали супружескую верность, детей у них не было. И в 1929 году они развелись. Через 3 года Ремарк уехал жить в Швейцарию. А в 1938 году, когда Юта, живя в гитлеровской Германии, оказалась в опасности, Ремарк вновь заключил с ней брак и вывез ее в Швейцарию, а затем в Соединенные Штаты Америки. И несмотря на то, что теперь их брак носил чисто формальный характер и жили они раздельно, Ремарк до конца своих дней оплачивал жизнь Юты и после своей смерти оставил ей по завещанию значительную сумму. Она пережила его на 5 лет. Вот такая необычная история взаимоотношений. Ремарк всегда привлекал женщин и сам увлекался ими. Среди его многочисленных любовных историй были романы со знаменитостями, такими как выдающаяся актриса и режиссер немецкого кино Лени Рифеншталь, кинозвезда Марлен Дитрих, которая стала прообразом героини романа «Триумфальная арка» Жуан Маду. Именно Марлен Дитрих помогла Ремарку получить американскую визу. Прибыв в Соединенные Штаты, Ремарк продолжал вести жизнь плейбоя. Не слишком юного, но тем не менее имевшего большой успех у звезд американского кино. Между тем, в гитлеровской Германии ненависть властей к Ремарку обернулась мщением родственникам писателя. В 1943 году была арестована младшая сестра Эльфрида за антивоенные и антигитлеровские высказывания. На суде ее признали виновной, и 16 декабря 1943 года ее гильотинировали, то есть отрубили голову. Неслыханное, дикое зверство. Мало того, ее старшей сестре Эрни предъявили счет на содержание Эльфриды в тюрьме, проведение суда и осуществление казни. Счет на довольно крупную сумму. И судья злорадно сказал ей: «Вашему брату удалось улизнуть от нас, но вам от нас не уйти». Эрни удалось уйти. Она пережила этого судью, выжила после войны. А о смерти Эльфриды Ремарк узнал после войны и посвятил ей роман «Искры жизни», который рассказывал о неудачной попытке побега из нацистского концлагеря. Послевоенная жизнь Ремарка заполнена сочинением романов, сценариев для кино, путешествиями в Европу, депрессиями, болезнями и постоянным приемом алкоголя. От этой страсти Ремарк не смог избавиться до конца своих дней. Он сам говорил, что трезвым не может общаться с людьми и даже с самим собой. В 1957 году он оформляет официально развод со своей первой женой Ютой для того, чтобы жениться на американской актрисе Полет Годар, с которой у него начались отношения еще в 51-м.
Полет Годар была бывшей женой Чарльза Чаплина. Номинировалась на «Оскара». Для Ремарка она оказалась верной и заботливой женой и подругой. Это был удачный брак. Ей он посвятил свой роман «Время жить, время умирать». Герой этого романа, молодой немецкий офицер Эрнст Гребер, воюет на Восточном фронте. Это обстоятельство и название романа заставляет вспомнить о другом романе. Романе Льва Толстого «Война и мир». Герои обоих романов оказываются в горниле войны и видят, обнаруживают, открывают для себя ее античеловечную, чудовищную сущность, становятся убежденными пацифистами. Роман страшный в своей откровенности и деталях. Я на всю жизнь запомнил описание того, как из-под снега во время весенней оттепели появляются прошлогодние трупы. И их замерзшие стеклянные глаза начинают оттаивать, влажнеть, и возникает ощущение, что мертвые плачут. По этому роману был снят американский фильм. А Ремарка пригласили в него исполнить как артиста роль профессора Польмана. Профессора, который преподавал главному герою до войны, призывая своих учеников к патриотизму, к тому, чтобы они совершали героические подвиги во имя Родины. Я хочу предложить вашему вниманию эпизод, когда главный герой приходит с Восточного фронта в отпуск и встречается со своим бывшим учителем. Господин профессор, я не верю больше ни во что, чему я когда-то учился. Скажите, есть еще что-нибудь, во что можно верить? Конечно. Во что? В Бога. Бога? Вы по-прежнему верите в Бога? Больше, чем когда-либо. И у вас никогда не бывает сомнений? Конечно, бывают. Без сомнения, вера не нужна. Но как сейчас можно верить в Бога среди всего этого ужаса? Бог не обязан перед нами отчитываться. Мы обязаны отчитываться перед Ним за все, что происходит. Если так, господин профессор, насколько несу ответственность я сам? Если до момента, когда заканчивается послушание приказу, начинается личная ответственность, и долг становится преступлением, которое уже нельзя как-то начальство, я должен принять решение. Мне нужно знать это, господин профессор. Взять на себя это решение не может никто, Эрнст, даже ваш учитель. Это должен сделать каждый для себя сам. Нужно сначала посмотреть правде в глаза, какой бы страшной она ни была. Мы проиграли войну, Эрнст. Это ужасно, но мы должны ее проиграть, чтобы наша страна вновь нашла свою душу. Эрих Мария Ремарк скончался от инфаркта 25 сентября 1970 года, на 73-м году жизни. Через 20 лет рядом с ним похоронили его жену Полет Годар. Manchmal sehr schwer daran zu glauben, das gebe ich zu. Aber man muss daran glauben und man muss auch dafür arbeiten. Ich würde sogar eher eigentlich auf das Künstlerische ein wenig verzichten, wenn man damit noch mehr Erfolg haben würde für den Fortschritt. У меня сохранилось еще одно воспоминание, связанное с Ремарком, которым я хотел бы поделиться. После института я был призван на военную службу в ряды Советской армии. Находясь в своей воинской части, я пользовался армейской библиотекой. Меня интересовали литературные журналы, я следил за новыми публикациями. С нетерпением ждал номера иностранной литературы, где должны были начать публиковать только что переведенный роман Ремарка «Тени в раю». Но когда я пришел за этим номером, библиотекарша сказала, что замполит части, подполковник Мазикин, приказал никому не выдавать этот номер. «Почему?» – возмутился я. «Мы живем в советской стране, где издаются советские журналы, которые могут читать все советские люди. Почему в нашей части существуют какие-то особые свои законы и правила? Я этого так не оставлю. Буду писать жалобу в газету». На этом я закончил свой монолог и ушел из библиотеки. Но не успел дойти до казармы, как меня догнал дежурный по штабу и сказал, что меня вызывает себе замполит. И я пошел к нему в кабинет. Замполит, подполковник Мазикин, был человеком плотного сложения, среднего возраста, среднего роста, со светлыми волосами, светлыми бровями, очки в тонкой оправе из желтого металла. Обликом он очень напоминал немецкого офицера СС. Замполит обратился ко мне с отеческой ласковостью. «Рядовой Мамин, что вы хотели прочитать в этом романе?» «Роман Ремарка «Тени в раю», — ответил я. «Вы не найдете в нем ничего хорошего. Я читал этот роман. Поверьте мне, это буржуазная, упадническая, безыдейная литература. Вот я и хотел сам убедиться, в чем ее упадочность.
Но я могу вам пересказать, если вам так интересно. Нет уж, увольте, я хочу прочесть это своими глазами. А я вам говорю, что этот роман вам читать не нужно. Но тут уж я не выдержал. Позвольте мне самому решать, что мне нужно, а что не нужно. У меня высшее режиссерское образование. Это моя профессия, в конце концов. Здесь у вас одна профессия, заорал он. Рядовой советской армии. И этот гнилой журнальчик вы здесь не получите. Ничего, сказал я, переживу. Я здесь, в отличие от вас, недолго. Через полгода демобилизация, на гражданке прочту. Но вот когда вы демобилизуетесь, тогда и будете делать все, что хотите. А здесь будете выполнять мои приказы и распоряжения. Свободен. После армии я прочел роман Ремарка «Тени в раю», который рассказывает о непростой жизни эмигрантов из нацистской Германии и Европы в Соединенных Штатах Америки. Читая этот роман, я даже не мог себе представить, что через много лет сам стану эмигрантом из путинской России, что тема эта вновь станет актуальной и будет нуждаться в своем воплощении в литературе и на киноэкране. «26 июня 1927 года в белорусском городе Лепель родился выдающийся советский режиссер театра и кино Владимир Мотыль, среди фильмов которого есть подлинные шедевры кинематографии. Владимир Мотыль родился в еврейской семье. Его отец, Яков Мотыль, был слесарем Минского завода «Коммунар». Когда его сыну исполнилось 3 года, отца арестовали, обвинили в шпионской деятельности и сослали на Соловки, где он погиб менее чем через год. Мать Берта Левина окончила Петроградский педагогический институт. Работала воспитательницей в колонии для малолетних преступников вместе с Антоном Макаренко. После ареста мужа была сослана на Урал вместе с сыном. Там она работала завучем в интернате для детей, репрессированных врагов народа. А его дед и бабка по материнской линии были сосланы тоже, но на Дальний Восток. Когда они вернулись в Белоруссию, то попали в еврейское гетто во время оккупации, и там тоже погибли. Так что Владимир Мотыль в детстве и юности пережил гибель самых близких ему людей. Как, впрочем, и десятки тысяч его сверстников, взрослевших в сталинское время. После войны Владимир Мотыль поступил на актерское отделение Свердловского театрального института, окончив который, он стал артистом Свердловского драматического театра. Почувствовал интерес к режиссуре, ему поручили постановку, потом другую. Потом он ставил спектакли в разных театрах страны. А с 1955 года был назначен главным режиссером Свердловского ТЮЗа. Судя по всему, это был креативный, ищущий человек, поэтому через 2 года он почувствовал интерес к кино и перешел работать на Свердловскую киностудию в качестве ассистента режиссера. 2 года он работал в этом качестве, ожидая самостоятельной постановки, но, вероятно, понял, что ждать ее здесь не приходится. А в это время на киностудии «Таджикфильм» руководство искало режиссера, чтобы он поставил утвержденный сценарий для детей с революционной тематикой, и не могло найти. Сценарий назывался «Дети Памира». Он рассказывал о том, как через горный аул на Памире проходит отряд красноармейцев, от которого жители узнают о том, что в Российской империи произошла пролетарская революция. Отряд проходит дальше, оставив здесь одного из своих бойцов, который становится учителем для местных детей. Он учит их грамоте, обучает их читать и сообщает, что Земля представляет собой круглый шар, о чем они даже не могли догадаться, и много другого интересного. Через какое-то время молодого бойца отзывают в районный центр, а дети, которые привязались к своему учителю, решают следовать за ним, рискуя жизнью в суровых условиях горного климата и опасных переходов. Таков был сюжет. Но сценарий был очень прямолинейно и слабо написан. Поэтому режиссеры, которые познакомились с ним, не хотели иметь с ним дело. А Владимир Мотыль согласился. И тут проявилась его режиссерская изобретательность. Он решил обернуть слабый сценарий в его силу и превратить его примитивность в детскую наивность, потому что решил, что кинорассказ поведется как бы от лица детей. Он придал картине форму детской книжки с картинками, в которой то и дело возникали надписи неумелой детской рукой, возникали рисунки и даже мультипликация. И вот эта вот форма придала фильму привлекательность. Кинематографическое начальство и критика очень тепло встретили картину. Режиссер был сразу замечен, и ему была предложена работа на ведущей киностудии страны в Мосфильме. Владимиру Мотылю нужно было закреплять свой успех и снять что-то действительно стоящее. В это время он прочитал повесть Булата Акуджавы «Будь здоров, школяр» про 18-летнего бойца, который вместе со своим отрядом воюет с немцами на юге страны. Юмор и сюжет рассказа вдохновили Мотыля на то, чтобы создать фильм о школьнике-интеллигенте, попавшем на войну
и у которого все не впопад. Он встретился с Акуджавой и уговорил его стать соавтором нового сценария. Булат Акуджава, который, в отличие от Мотыля, прошел через всю войну, привнес в сценарий множество очень важных деталей, диалогов, образов. Несмотря на все это, мосфильмовское начальство закрыло сценарий, потому что он не соответствовал позиции партии правительства и главного политического управления армии к Великой Отечественной войне. Тогда Мотыль обратился на Лельфильм и поначалу нашел там взаимопонимание. Сценарий запустили, но вскоре опять закрыли по тем же самым причинам. Дополнительным препятствием для запуска явилось то, что соавтором сценария стал Булат Акуджава, которого кинематографическое и партийное начальство считали неблагонадежным. Фильм был запущен в производство благодаря неожиданным и интересным обстоятельствам. Киностудия «Таджикфильм» выдвинула картину «Дети Памира» на соискание Ленинской премии. В Москве на обсуждение этого вопроса выступил заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС Филипп Ермаш, который в дальнейшем стал председателем Госкино, то есть министром кинематографии. Он был против присуждения Ленинской премии. Одним из аргументов он назвал политическую незрелость режиссера, отец которого был арестован органами НКВД как иностранный шпион. Узнав об этом, Мотыль написал Ермашу письмо, в котором предупредил, что подает на него жалобу за клевету в ЦК КПСС. Ермаш страшно перепугался, потому что это грозило ему концом его карьеры. Он вызвал к себе в Москву Владимира Мотыля, извинился перед ним и обещал сделать все, чтобы запустить его картину в производство. Таким образом, Мотыль стал снимать свою картину «Женя, Женечка и Катюша». В главной роли снялся популярнейший молодой артист Олег Даль. Я был тогда студентом театрального института и помню, что появление фильма стало событием. О нем говорили все, кто его видел и кто хотел посмотреть. Зрелище было праздничным, ярким и очень смешным. Интерес к фильму подогревало то обстоятельство, что шел он третьим экраном, по клубам и окраинным кинотеатрам, но всегда при полных залах. С Новым годом! Вот она. Иван! Oberst, diese Russen sprangen plötzlich in unseren Schützengraben und wir konnten ihn nicht... Что ist это? Это? Das ist? Это есть с Новым годом. Zum neuen Jahr. Господа, мне поручено передать это вам, поздравить вас. Примите уверение, этот скромный подарок. Sagt, man habe ihn geschickt, uns anlässlich des neuen Jahres dieses Geschenk zu überreichen. Oh, das hätte ich niemals gedacht. Kuchen! Mensch, das hätte ich gar nicht gedacht. So ein starkes Zeug. Erwin, gib mal einen Ball. Nimm noch für Erwin, für Paul gleich mit hier. Der steht Kosten draußen. Nun, was? Ich will ja bei du. Hey, halt! Na, alles elender Schwindel. Wahrscheinlich. An die Wand stellen, den Kerl. Moment mal. Mir kommt da eben eine witzige Idee. Geben wir doch dem Ivan ebenfalls ein Geschenk mit. Aber anstelle von Konfekt und Schnaps verehren wir ihn etwas ganz Besonderes. Was genau mit der Nacht MEZ? Oberleutnant. Zu Befehl. Macht den Ivan besoffen und zurückhalten. Где же Шеф? Was suchst du denn da? Ach Gott, was ist denn das? Мне надо идти. Wohin Мне denn? Надо идти на хаус. Мне gefällt's wohl nicht bei uns. Слышите, честный комсомол. Der hofft immer noch zu seinem Neujahr zurechtzukommen. Ничего, встретишь Новый год в Берлинское время. Без двух минут. Шнапс. Битте. Шел фильм третьим экраном, потому что очень не нравился начальству. А пресса была полна резких, оскорбительных комментариев. Но Мотыль был бойцом. Он взял копию картины и повез ее показывать морякам Северного и Балтийского флота в Северодвинск и Мурманск. При просмотрах у личного состава был полный восторг, и командиры благодарили Мотыля за этот показ. Среди них были адмиралы флота,
и Мотыль попросил их написать официальные отзывы. Они их сделали, Мотыль собрал их все и послал председателю Совета министров Косыгину. И тот распорядился дать картине «Зеленую улицу». Ну, Колышкин, травил ты меня. Выход нам. Ну, Колышкин, давай, снимай. Товарищ Гвардий. Колышкин. Ну а третья картина «Мотыля» стала истинно народным фильмом. Ее смотрели по 10 раз, знали все реплики наизусть и цитировали их на каждом углу. Я имею в виду легендарную ленту «Белое солнце пустыни». Первый и лучший советский вестерн. Надо сказать, что до «Мотыля» снять эту картину предлагали таким режиссерам, как Жолокявичус, прославившийся фильмом «Никто не хотел умирать», и Андрею Тарковскому. Оба отказались. А Мотыль согласился и снял шедевр. Красноармейцу Сухову именной. Комбриг мене ковун. Как здесь оказался? Стреляли. В Абдулы очень много людей. В этом фильме проявились лучшие режиссерские качества Владимира Мотыля. Умение вести увлекательный рассказ. Оригинальность мышления, изобретательность, чувство юмора. А также умение вместе с артистами создать яркие, запоминающиеся образы персонажей. Из которых выделяются красноармеец Сухов, Анатолий Кузнецов. Лейла, Зульфия. Бандит Абдулла, Кахи Кавсадзе. Саид, Спартак Мишулин. Красноармеец Петруха, Павел Годовиков. И, конечно, Верещагин, Павел Луспекаев. Это была последняя роль Луспекаева. За год до этого ему ампутировали обе ноги в связи с гангреной. Он снимался в фильме на протезах. Не везет мне в смерти. Повезет. Thank you.
Эй, хозяин, прикурить есть? Ты что? Это товарищ Сухов. Сухов, говоришь? Сейчас мы поглядим, какой это Сухов. Прости меня, грешного. Держи. Следующую свою картину Владимир Мотыль задумал еще до «Белого солнца пустыни». Это была мечта снять фильм о декабристах. Фильм называется «Звезда пленительного счастья». И опять увлекательное киноповествование. Только не с комедийной, а с трагической окраской. Владимир Мотыль показал, что он умеет создать полную драматизма атмосферу мрачных событий нашей истории. В большой степени фильм посвящен подвигу жен декабристов, которые отправились в ссылку за своими мужьями. Княгиня и князь Трубецкие, Ирина Купченко и Алексей Баталов. Княгиня и князь Волконские, Наталья Бондарчук и Олег Стриженов. Француженка Полина Гёбль и кавалергард Иван Анненков. Эва Шикульска и Игорь Костолевский. Император Николай I Василий Ливанов и иркутский губернатор Цейдлер Иннокентий Смоктуновский. Историк Натан Эйдельман в своей статье «Чувство истории» отнес сцену аудиенции княгини Трубецкой у иркутского губернатора Цейдлера к числу выдающихся достижений мирового кино. И я с ним согласен. Вы когда-нибудь видели каторжников в железах? Отвечайте! Почему вы кричите? Кто дал вам право? Вы дали право. Вы жена ссыльно-каторжного. Вы отправитесь в Нерчинск. Но по этапу вас закуют по ногам, рукам. Вы поедете с партией каторжников под конвоем. Вас привяжут со всеми вместе на один канат, как привязывают злодеев, чтобы не убежали. Еще замечу. Из 500, что мы отправляем по этапу, из 500 мужчин до Нерчинска добирается не более трети. Ну что? Согласны вы теперь? Мне все равно, лишь бы идти. Велите нести кандалы. Поедете. Я не хочу, я не могу тиранить вас больше. Я мучил вас, простите, княгиня Екатерина Ивановна. Меня принуждали всеми средствами. Я пугал вас этапом, это пустое. Я дам лошадей. Храни вас Бог. Три картины Владимира Мотыля, о которых я говорил, позволили мне считать его одним из самых сильных режиссеров российского кино. После «Звезды пленительного счастья» он 4 года не снимал. Несмотря на потрясающий успех «Белого солнца пустыни», кинематографические начальники не любили Владимира Мотыля. Вероятно, ставили ему какие-то препятствия. Но в 1980 году
он выпустил новый фильм «Лес» по пьесе Островского. Картина не стала удачей Владимира Мотыля. Вероятно, сказалась театральность пьесы, длинные монологи, рассчитанные скорее на актерский бенефис. Все это сопротивлялось достоверности экрана. И я считаю выбор этой пьесы для постановки фильма ошибкой Владимира Мотыля. Но от ошибки не убережен ни один режиссер, даже самый талантливый. После картины «Лес» Мотыль снял еще 5 фильмов. Я не видел ни один из них. Но, делая эту передачу, дал себе слово обязательно посмотреть их из уважения к режиссеру. И если найду что-то интересное для себя, обязательно сообщу в одной из своих программ. А Владимир Яковлевич Мотыль скончался 21 февраля 2010 года на 83-м году жизни. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище. «25 июня 1903 года в Британской Индии, в городе Мотихари, родился Джордж Оруэлл. Британский писатель, журналист, публицист. Его повесть «Скотский хутор» и роман «1984» стали самыми разоблачительными произведениями для всей мировой системы социализма. А их влияние на умы советской интеллигенции трудно переоценить. В 2008 году английская газета «Тайм» поставила Оруэлла на второе место среди 50 величайших англоязычных писателей послевоенного времени. Кстати, термин «холодная война» придумал Оруэлл. Он и ввел его в обиход. С повестью «Скотский хутор» меня познакомил мой московский приятель Гарик. Это было в середине 60-х. Гарик был инженер-дорожник, яркий представитель ИТРовской интеллигенции, страстный театрал, книжник. У него была самиздатовская копия «Скотского хутора» в фотолистах, которые ему дали на пару дней. Он вычитывал оттуда самые яркие фрагменты, типа «У нас все равны, особенно свиньи», и заразительно хохотал при этом. А потом я целую ночь читал эту повесть в фотолистах на его московской кухне, с тем, чтобы утром он мог вернуть копию, и она продолжила бы свой путь среди заинтересованной аудитории. Так распространялась в СССР запрещенная цензура литературы. И, между прочим, за это арестовывали и давали сроки. Самому мудрому из нас есть что сказать. Эти слова пришли к майору во сне, а теперь они должны прозвучать. Товарищи, животные рождаются для убогой, тяжелой и короткой жизни. Мы получаем пищу только для того, чтобы выполнять свою работу. А когда нас сочтут бесполезными, то забьют с ужасающей жестокостью. Нет! 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 Да, а кто повинен во всех наших бедах? Человек! Люди наши враги! Что касается повести Оруэлла, то она, как и произведение Салтыкова-Щедрина, создавала карикатурно веселый и в то же время узнаваемый во всех репликах и поворотах сюжета мир советской страны, в которой я вырос и жил. И от этого читать ее было одновременно и весело, и горько. И сразу хотелось поделиться со всеми своими знаниями, со всеми окружающими, но прежде всего с друзьями и знакомыми. И я делился и подробно рассказывал про книгу Оруэлла и рекомендовал всем достать ее обязательно и прочитать. И ее доставали и читали. Вот почему люди в закрытой советской системе были гораздо более жадными до чтения, до книг, до знаний. Мы, животные, все братья. Большие и малые, умные и не очень, с перьями и без, отныне и навсегда все животные равны. Yeah.
Что касается самого Оруэлла, то я узнал о нем значительно позже. А когда читал «Скотский хутор», мне казалось, что писатель наш современник и пишет, что называется, по горячим следам. Оказалось, что он умер в 1950 году, в возрасте 47 лет. А мне в 50-м исполнилось всего 4 года. Но начнем с самого начала. При рождении будущего писателя звали Эрик Артур Блэр. Его отец Ричард Блэр работал в колониальной администрации в Индии. Когда Эрику исполнился год, мать вывезла его вместе с сестрой в Англию, где он окончил школу, учился в Итон-колледже. По достижении зрелости служил в колониальной полиции в Бирме. Потом возвратился в Англию и стал заниматься различными делами. Прежде всего, писал статьи в разные журналы и газеты. Он с юности сочинял стихи, а теперь решил заниматься всерьез литературой. В начале 30-х Эрик приехал в Париж с твердым намерением стать профессиональным писателем. А в 33-м выпустил свою первую автобиографическую повесть «Фунты лиха в Париже и Лондоне», повествующую о скитаниях автора по двум европейским столицам, вернее, по их дну, потому что основными персонажами повести являются нищие проститутки-маргиналы. Экземпляр повести Эрик послал матери в Лондон. Она была шокирована. «Это не мой Эрик», – воскликнула она, прочитав книгу, тем более, что на обложке не нашла фамилии Блэр, а какое-то незнакомое ей имя. Однако в литературных кругах заговорили о появлении нового самобытного писателя. И действительно, в повести проявились черты, характерные для Орвелла, для его стиля, манеры. Простота, прямота и честность в описании, достоверность и точность деталей. В повести много юмора. Она легка, динамична, остроумна. И многие любители чтения считают ее своей любимой книгой. То есть Джордж Орвелл заявил о себе как интересный писатель, от которого ждут продолжения. Ему было 30 лет, и он был убежденным социалистом. В 1936 году Орвелл женился на молодой журналистке Эйлин О'Шонесси. А через 6 месяцев супруги уехали в Испанию, где началась гражданская война. Орвелл хотел писать оттуда газетные репортажи, а вместо этого вступил в ополчение, потому что в атмосфере Испании это казалось ему наиболее верным шагом. А Эйлин устроилась секретарем в штаб английских добровольцев. Орвелл оказался в Барселоне, первом городе в его жизни, где власть перешла в руки рабочих. Он описывал это так. «Почти все крупные здания были реквизированы рабочими и украшены красными знаменами коммунистов, либо красно-черными анархистов. На всех зданиях был намалеван серп и молот. Все церкви были разграблены. Изображения святых сгорали в кострах. Всюду можно было встретить бригады рабочих, которые планомерно сносили церкви. На всех магазинах и кафе висели таблички, что предприятие обобществлено. Нигде не слышалось обращения «сеньор» или «сеньора». Все обращались друг к другу «товарищ» или «ты». Толпы народа текли по центральным улицам, заполняя их. Из всех репродукторов неслись революционные песни. Больше всего Орвелла поразило то, что эта огромная толпа была одета весьма неряшливо. Кто в рабочей одежде, кто в синий комбинезон, кто в форму ополчения. Нигде не было приличных костюмов. Складывалось впечатление, что все бывшие хозяева куда-то убежали, исчезли, спрятались. При этом все имело неряшливый вид, все нуждалось в ремонте. Полки магазинов были полупустыми. За хлебом выстраивалась 100-метровая очередь. И в то же время, как мог судить Орвелл, народ был доволен и полон надежд. А потом Орвелл оказался в отряде ополчения. В казарме царили грязь и беспорядок. Казалось, что грязь и хаос – побочные продукты революции. Во всех углах валялась разбитая мебель, поломанные седла, медные кавалерийские каски, пустые ножны, гниющие отбросы. Недоеденный хлеб выбрасывался каждый вечер целыми корзинами, в то время как городское население голодало. Орвелла возмущало это, в то время как его товарищи нисколько не смущались. А что началось, когда пришло время боевых действий, уму непостижимо. Ни один приказ командиров не выполнялся просто потому, что испанцы не соблюдали времени, относились к нему очень приблизительно. Взаимодействие отрядов превращалось в беспорядочное движение бойцов туда-сюда. Спасало положение лишь то, что вражеская армия воевала не намного лучше. Все это Орвелл подробно описал в документальной повести «Памяти Каталонии». Я прочел ее сравнительно недавно и должен сказать, что читателю достаточно ее одной, чтобы представить себе, что такое коммунистическая идеология и во что она превращает толпу людей. Описанная революция в Испании точь-в-точь напоминает русскую революцию и гражданскую войну. К сожалению, России предстоит пережить ее еще раз, заново. К этому толкает народ беззаконие и беспредел, творимые кремлевской властью.
После полугода своего участия в военных действиях Оруэлл был ранен в горло пулей франкистского снайпера. По счастью, рана оказалась несмертельной, и через несколько недель пребывания в госпитале Оруэлл и его жена Эйлин возвратились в Англию. Он был теперь убежденным антисталинистом, хотя и остался социалистом. В одной из своих газетных статей он довольно брутально описал перспективу развития общества по пути социализма. «В конце концов, нас ждет режим, в котором все оппозиционные партии и газеты будут запрещены, а всякий сколько-нибудь значимый диссидент окажется в тюрьме. Разумеется, такой режим будет фашистским, но поскольку его установят либералы и коммунисты, называться он будет иначе». В 1938 году у Оруэлла был диагностирован туберкулез. Поэтому, когда началась Вторая мировая война, он не пошел служить в армию, не прошел по здоровью. Но он начал вести антифашистские передачи на радиостанции BBC и вел их до 1943 года. Потом стал литературным критиком в газете «Трибюн». В 1945 году вышла его повесть, сатиропамфлет «Скотский хутор», которая являлась аллегорией на события русской революции 1917 года и последующие события в России. Повесть вышла очень небольшим тиражом. Высокопоставленный чиновник британского министерства информации, которому Оруэлл пришел за получением разрешения на печать, с недовольным видом сказал ему: «Вы что, не могли для вашего главного злодея выбрать какое-нибудь другое животное?» Он имел в виду, что власть на скотском хуторе захватили свиньи. Британские политики боялись Сталина, не хотели его злить, в то время как Оруэлл последовательно разоблачал сталинскую модель социализма. «Этим я награждаю вас, чтобы вы заставили ваших животных работать еще больше». «За великие фермы, принадлежащие свиньям». Обратите внимание на то, как главный хряк становится похож на Леонида Брежнева, хотя фильм сделан в 1954 году, когда Брежнев еще даже не был членом Политбюро. Что называется, попали в точку. «И за тот день, когда свиньи станут управлять фермами во всем мире». В 1949 году было опубликовано следующее произведение Оруэлла, ставшее знаменитым. Его роман «Антиутопия» 1984. Тогда, в 49 году, Оруэллу казалось, что бесчеловечный тоталитарный социализм победит в 1984 году. Страшная картина, которую он описал в романе, к счастью, не сбылась в Советском Союзе 1984 года. Но я и мои соотечественники видели в этой картине очень много до боли знакомого для себя. Как мы все знаем, биологическая и социальная стимуляция семьи ведет к саморефлексии, что не входит в интересы партии, и что формирует неортодоксальную лояльность, которая в конечном итоге приведет к мыслепреступлению. Введение системы искусственного оплодотворения вместе с нейтрализацией оргазма постепенно приведет к эффективной ликвидации семьи. Спасибо». Так почему же коммунистам не удалось довести Россию до орловского результата, несмотря на такую совершенную сталинскую модель социализма? Да потому что к власти в коммунистической России пришли свиньи. Не в зоологическом, а в образном понимании этого слова. А свиньи в человеческом обличии никогда не соблюдают законы и правила, которые они устанавливают для других. Они жадны, завистливы, невежественны и развратны. Их влечет к себе богатство, роскошь, вседозволенность. А это противоречит идеям коммунизма. Поэтому и развалился Советский Союз. И именно по этой причине и развалится современное российское государство воров и чекистов. Но сегодняшние коммунисты в России жаждут реванша и вновь хотят повести народ в 1984 год по Оруэллу. «Жители океана, вас обманывают. Партия не служит на благо людей. Она служит на благо себе. У нас нет войны с Евразией. Крики из зала: смерть, смерть, предатель. Вас заставили быть послушными упыри рабы партии.
Откройте свои глаза. Посмотрите на зло, которое вас окружает. Партия бросает бомбу на жителей своей же страны. Эти залы предатели. Вставайте, освободитесь от оков. Роман 1984, как и повесть «Скотский хутор», был напечатан небольшим тиражом. Зато ругательных статей в газетах и журналах было хоть отбавляй. И Орвел, который посвятил свою жизнь для того, чтобы предупредить человечество о грозящей опасности, был глубоко разочарован. Он рассчитывал на то, что его роман станет открытием. И этого, увы, не произошло. А через полгода Орвел скончался от туберкулеза. Его близкий друг, дипломат, литератор и художник Ричард Рис вспоминал: «Я был в литературном собрании. Вдруг кто-то вошел и сказал: „Умер Орвел“. И в наступившем молчании меня пронзила мысль: отныне этот прямой, добрый и яростный человек станет одним из самых властных мифов 20 века. И действительно, понятие, предложенное Орвелом «холодная война», стало набирать стремительно силу противостояния двух систем. И в западном мире вдруг вспомнили, что есть повесть «Скотский хутор» и роман 1984. Мгновенно они были изданы многомиллионными тиражами. А роман был переведен на 60 языков мира, и каждый день в Соединенных Штатах продавалось 50 тысяч его экземпляров. Абсолютный рекорд в литературе. К сожалению, Орвел не дожил до своего триумфа. Но то, что он сделал для человечества своими произведениями, трудно переоценить. Надо только не забывать их и рекомендовать для чтения молодым людям нового поколения. 25 июня 1852 года в испанском городе Реус, области Каталония, родился Антонио Гауди, великий испанский архитектор, создавший свой оригинальный архитектурный стиль. Большинство его архитектурных проектов возведено в городе Барселона. Если беглым взглядом пробежаться по строчкам биографии Антонио Гауди, то возникает ощущение на редкость несчастливой судьбы. Он был пятым ребенком в семье. С детства страдал ревматизмом, отчего не участвовал в играх своих ровесников. Они его чурались. Он предпочитал неторопливые прогулки пешком, спортивным пробежкам. Два его брата умерли в младенчестве. Старший, любимый, умер, когда Антонио было 25 лет. А вскоре умерла его мать. Через 4 года умерла его сестра, оставив ему малолетнюю дочь. Когда ему исполнилось 54, умер его отец, а через 6 лет и дочь сестры. И Антонио остался совсем один, у него не было ни жены, ни подруги. Оставалось лишь одно – любовь к архитектуре. Она овладела им с детства. И в 20 лет он приехал в Барселону и поступил в провинциальный институт архитектуры. А еще у Антонио был необыкновенный талант от Бога, от природы, от рождения. Талант видеть фантастические постройки, создавать в своих мыслях, воображении застывшую музыку, как иногда называют архитектуру. Закончив архитектурную школу, Гауди работал чертежником у известных испанских архитекторов и параллельно выполнял множество мелких проектов, таких как ограды, фонари, мебель. Из его первых работ наиболее известными являются витрина для Всемирной выставки в Париже 1878 года, сделанная из металла, дерева и стекла, а также фонарь, уличный фонарь для Королевской площади в Барселоне, который и поныне стоит на своем месте. В это время в европейской архитектуре наблюдался необычайный расцвет неоготического стиля, и юный Гауди с восторгом следовал идеям его энтузиастов. Его очень впечатлила декларация английского историка, искусствоведа и критика Джона Рёскина, который объявил, что основой архитектуры является ее декоративность. Это полностью совпадало с мыслями и чувствами самого Гауди, чей стиль отличался декоративностью и становился со временем все более оригинальным. Первые архитектурные работы Гауди искусствоведы относят к раннему модерну. Это стилистические близнецы: нарядный дом Висенс в Барселоне, и причудливый Эль Капричо в Кантабрии. Это псевдобарочный дом Кальвет. А это школа при монастыре Святой Тересы. Оба здания в Барселоне.
Неоготический епископский дворец в городе Асторга в Кастилии. И дом Батинес в Лионе. Решающим событием для осуществления архитектурных планов Гауди стала его встреча с текстильным магнатом Эусебио Гуэлем. Он стал основным заказчиком архитектора, его другом. Этот богатейший человек Каталонии мог заказать себе любую мечту, а Гауди получил полную свободу самовыражения, невзирая на смету. Первым ответом архитектора-меценату стал построенный им дворец Гуэля в Барселоне. После этого строительства Гауди из безвестного строителя превратился в самого модного архитектора Барселоны. Для семейства Гуэль он создал еще немало построек, такие как павильоны усадьбы Гуэль под Барселоной, винные погреба в Гарафе, часовни и крипты колонии Гуэль в Санта-Колома-де-Сарвельо. Крипты – это подвальные и полуподвальные помещения со сводами. Фантастический парк Гуэля в Барселоне. В своих проектах Гауди выходит за рамки известных исторических архитектурных стилей. Он предлагает мир кривых поверхностей. Это формирует его собственный стиль – узнаваемый стиль Гауди. С этого времени Гауди становится практически непозволительной роскошью, и заказать ему сооружение могут лишь самые богатые люди Испании, для которых он строит дома один удивительнее другого. Это так называемый «Дом Милла» в Барселоне. А этот плод причудливой фантазии – «Дом Бальо». В качестве подруги жизни Гауди выбрал для себя архитектуру. Правда, была одна женщина, которую наказывал знаки внимания. Это была учительница из рабочего квартала, которую звали Жозефа Моро. Но она не отвечала ему взаимностью. Вероятно, он не умел ухаживать за женщинами, не обладал человеческим обаянием. Современники говорили, что он был человеком неприятным, замкнутым, высокомерным. А другие, наоборот, спорили, говорили, что он очень дружелюбен и приятен в общении. Я думаю, правы были и те, и другие. Гауди бывал разным, но не заинтересовал свою учительницу. И после этого с головой ушел в архитектуру, и женщины словно перестали его интересовать. А ведь в молодости он выглядел как денди, одевался в дорогие костюмы. Его прическа и борода были всегда безупречны. Он был гурманом, питался в дорогих ресторанах, посещал театры, оперы. На стройку приезжал в конном экипаже. А теперь словно бы махнул на себя рукой. Стал одеваться небрежно, питаться в каких-то забегаловках, предпочитал ходить пешком. На улице его иногда принимали за нищего. И так продолжалось до того, как ему исполнилось 73 года, когда он остался совсем один после смерти своей племянницы. 7 июня 1926 года Гауди, как обычно, вышел из своего дома, чтобы проделать ежедневный путь до церкви Сан-Филипп-Нери, где он был прихожанином. Идя в раздумье, погруженный в свои мысли, он попал под проезжающий трамвай. Тот его сбил, и Гауди потерял сознание. Извозчики отказались везти нищего в больницу, думая, что никому неизвестный старик не сможет с ними расплатиться. Только через несколько часов какие-то доброхоты отправили его в больницу для нищих, где ему оказали самую примитивную помощь. Только на другой день капеллан церкви нашел его в этой больнице, созвал лучших врачей Барселоны, но помочь ему уже было нельзя. Все было бесполезно. И 10 июня 1926 года Гауди скончался. А через два дня был похоронен в крипте недостроенного им собора. Это храм Саграда Фамилия, или церковь Святого Семейства, великое сооружение, которое Гауди не успел завершить. И сегодня продолжается его строительство на добровольные пожертвования по проекту гениального архитектора. Уже в течение 10 лет идет кампания в поддержку причисления Антонио Гауди к лику святых. Его хотят сделать святым покровителем всех архитекторов. Несмотря на то, что в своем творчестве Гауди использовал все известные архитектурные стили, их элементы, его собственный стиль причисляют к стилю модерн. И международные культурные организации решили день смерти Гауди, 10 июня, объявить Всемирным днем модерна. А теперь давайте вновь погрузимся в удивительный мир застывшей музыки Антонио Гауди.
Завершая 46-й выпуск нашей программы, я хочу прежде всего поблагодарить тех, кто оказал поддержку нашему каналу, и обратиться к тем, кто собирается это сделать. На ваших экранах под видеоизображением приведены ссылки, открыв которые, вы сможете легко послать денежный перевод на мой личный кошелек в платежной системе PayPal. Еще я хочу напомнить вам, чтобы вы ставили лайки и подписывались на наш канал. Нам нужна ваша помощь и поддержка. А теперь я приглашаю вас на 47-й выпуск нашей программы.